из города Дзержинска, Нижегородской области. Тренируюсь на базе фитнес-клуба «Наша энергия». Вот, у нас не аффилиат, просто свой уголок, вот, занимаемся кроссфитом. Занимаюсь полтора года вот именно кроссфитом, до этого просто занималась танцами. Да, с 6 лет. Вот, собственно, первое соревнование, большой кубок были, вот я там 6-е место заняла, и вот уже захотелось большего и сюда приехала. Все, в хорошей подготовке, вот у меня вообще станция, я считаю, это очень хорошая подготовка. Просто, я не знаю, стремление, желание большое, хочется добиться всего, много тренируюсь, не даю себе слабинки, не жалею, но вот именно такой, организация шикарная, много волонтеров, все. Убирают быстро, помогают, очень приятно. Оборудование, с ним прям приятно работать, все клево. Вот третий комплекс с кольцами, выходы, рывки, тяжеловато пошли, газель, тяжеловато. Ну а так интересно, разнообразно, клево, все нравится. У меня вообще как-то более-менее такой универсальный, ну, подготовка, я имею в виду, и не где-то у меня большие плюсы, большие минусы, у меня как-то все. Поэтому надеюсь, что совсем справлюсь.